Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Селихов, менеджер по испытаниям. Мы находимся на площадке Агроцентр Орел. Весной был заложен опыт на сое, сорт Аляска с применением инокуляции Атуа в дозировке 2,5 литра на тонну. Предшественником на данном поле был яровой ячмень. Минеральное питание составляло основное внесение 200 кг диамофоски и предпосевное 300 кг азофоски. Сейчас посмотрим наличие клубеньковых бактерий. На контроле клубеньков с 10 растений насчитывается 34 штуки. На варианте с инокуляцией образованные колонии азотфиксирующих бактерий в количестве с 10 растений более 280 штук. При разрезе мы четко видим нежно-розовый цвет. Это означает, что бактерии продолжают свою жизнедеятельность. В результате внесенного минерального удобрения на нашем агроцентре соя без инокуляции мало образовывала клубеньки. Чтобы самим убедиться в действии наших препаратов, достаточно записаться на полевые экспедиции.